В данном выпуске речь пойдет об особенностях применения даунриггеров во внутренних водоемах средней полосы России. Вообще, принято считать, что даунриггер – это система, которая позволяет успешно ловить крупную рыбу на морской рыбалке или на очень больших водоемах. Но, как показала практика, даунриггер можно успешно применять и на внутренних водоемах средней полосы России, и даже на сравнительно небольших речках. И эта система позволяет ловить таких привычных нам хищников, как щука, окунь, судак и даже сом. И применять эту систему можно не только на озерах и водохранилищах, но также и на речках, и сравнительно некрупных речках. Поэтому данная система очень хорошо может себя проявить именно при использовании во внутренних водоемах. Но тут следует оговорить такой момент, что даунриггеры бывают электрические, с электроприводом, и ручные. Так вот, во внутренних водоемах более оправдано применение ручных даунриггеров, так как они более простые, их проще и быстрее устанавливать на лодку, и с ними довольно-таки удобно управляться. Что такое даунриггер? Даунриггер – это, в общем-то, лебедка, которая позволяет нам ловить на любой глубине. То есть, сколько у нас есть троса, например, на даунриггере, какого веса у нас груз даунриггера, в зависимости от этого мы можем ловить на глубинах от 3 до 30 и более метров. Самый большой плюс даунриггера в том, что он позволяет ловить на большой глубине с легкостью на практически любые спиннинговые приманки. То есть, если мы, например, любим ловить на дорожку, то чаще всего мы применяем воблеры, которые заныривают до определенной глубины и там находятся. С даунриггером мы можем использовать практически любую спиннинговую приманку. И в этом самое главное отличие даунриггера. Кроме того, он позволяет нам очень четко отследить глубину, на которой мы ловим. Если мы ловим на воблер обычным троллингом без даунриггера, то получается такая ситуация, что у нас глубина заныривания воблера зависит от того, какой это воблер, то есть на какую он рабочую глубину в состоянии выйти, то есть это дипранер какой-то. Во вторую очередь это зависит от толщины лески и от скорости проводки. Но в принципе скорость проводки это уже не столь важно. Самое главное — толщина лески и глубина заныривания воблера. Так вот, используя, например, толстую плетенку, у нас воблер идет непонятно на какой глубине. Более тонкую мы, например, достаем на 5 метров, а ставим более толстую плетенку, у нас воблер уже идет чуть выше. И получается, что очень четко отконтролировать глубину с воблером довольно сложно. Если воблер у нас не касается дна, то это сделать практически невозможно. Но даунриггер как раз и позволяет нам с легкостью отследить, потому что даунриггер имеет счетчик, по которому мы видим, на какую мы глубину опускаем наш груз. А следом за грузом у нас идет такая специальная клипса, и в эту клипсу крепится леска, а уже к леске крепится наша приманка. Приманка может быть любая, как мы уже сказали. Это может быть вращающаяся блесна, это может быть любая силиконовая приманка, например, твистер, виброхвост крупный. Это может быть колеблющиеся блесны. Надо сказать, что с даунриггером колеблющиеся блесны показывают вообще великолепные результаты, потому что колеблющаяся блесна – это уловит приманка, особенно вот на щуку, но на большую глубину ее загнать невозможно. А с даунриггером это сделать очень просто. И даунриггер позволяет нам облавливать различные горизонты воды. То есть, если мы словим с воблером, например, летом по термоклину, то получается, что мы можем определенную глубину какую-то выставить и пройти на этой глубине. Глубже или выше мы уже не можем определить, потому что по эхолоту мы смотрим, например, рыба стоит на 6 метрах. Ну, если мы ловим, например, и знаем, какую нам длину отпуска надо сделать,
с воблером, то мы можем, в принципе, зная, что, например, воблер такой-то модели, если его отпустить на 20 метров, он занырнет на 6 метров, то тогда можно сделать. А вдруг рыба стоит на 8 метрах, на 10 метрах или, например, на 3 метрах. Как нам тогда быть? Как нам определить эту глубину? Это сложно. А с даунриггером это сделать очень просто. И, кроме того, мы можем спокойно совершенно подать, например, миниатюрную малюсенькую вертушечку на глубину, например, 4-5 метров. И совершенно спокойно во время нашей проводки приманка там и будет оставаться. Поэтому даунриггер, если им грамотно пользоваться, он приносит очень хорошие результаты. И он позволяет филигранно обловить любой слой. Для того, чтобы качественно ловить даунриггером, необходима следующая амуниция. Ну, во-первых, это лодка. Во-вторых, нужен сам даунриггер. Даунриггер обязательно должен иметь держатель для спиннинга. Потому что, в принципе, на даунриггер можно ставить несколько спиннингов, но... Если мы ловим, например, на небольших глубинах, ну, как правило, несколько спиннингов на один даунриггер устанавливать выгоднее всего при морской рыбалке. Или, например, на больших озерах, где есть лосось и где нам необходимо обловить различные горизонты одновременно. То есть у нас к нижней клипсе, которая крепится непосредственно к грузу даунриггера, мы одну приманочку ставим, а потом прямо на тросик, метрах, например, в 3-4 или в произвольном месте, где мы хотим, устанавливаем вторую клипсу и... К этой клипсе крепим вторую приманочку, которая идет, например, на другой глубине. Поэтому можно как бы с одним даунриггером сразу ловить двумя спиннингами. Но, как мы уже сказали, если глубины небольшие, там до 15 метров, выгоднее, конечно, пользоваться одной приманкой. И, в принципе, одной приманкой удобнее, потому что... Когда мы ловим, нам необходимо быстро менять горизонт проводки. Мы, например, плывем, видим, что подъем пошел. Мы взяли даунриггер, подмотали немножко повыше и тут же подмотали на удочке. Если у нас две снасти, два спиннинга, это уже сделать гораздо сложнее. С двумя спиннингами очень удобно, как мы уже сказали, ловить на больших водоемах при морской рыбалке, когда... дно у нас находится где-то на большой глубине, и мы пролавливаем конкретно толщу воды, и поклевки у нас не часто. Если у нас следуют частые поклевки, лучше определить именно эту глубину и на этой глубине гонять наши приманки. Итак, как мы уже сказали, надо лодка, нужен даунриггер. Очень хорошие даунриггеры канадские, Скотти фирмы. Что у них интересного есть? У них очень хитрая система, вот когда мы отпускаем леску, например, грузика. То есть как она действует? У нас есть рычажок, и вот этот рычажок, он действует как фрикционный тормоз в катушке. То есть его можно слегка отпустить, и у нас будет медленно крутиться. То есть, в принципе, даунриггер предназначен даже, можно пользоваться одной рукой, не обязательно двумя. То есть мы можем вот грузик опустить, остановить, очень легко все одной рукой сделать. Вот за счет вот такой системы, которая подтормаживает барабан нашего даунриггера. Второй момент. Обязательно вот у нас стрела даунриггера, желательно, чтобы она была прочная, потому что есть модели даунриггеров, которые предназначены для ловли с маленькими грузиками. Они имеют очень хлипкие стрелы, и которые могут поломаться. Но, как правило, Скотти делает хорошие даунриггеры, и у них никогда таких проблем не бывает. На что надо обращать внимание? Необходимо, чтобы на даунриггере было несколько керамических втулок. Одна керамическая втулка, это типа пропускного кольца, и ролик у нас тоже керамический. Зачем это нужно? У нас тросик металлический, на котором крепится груз даунриггера, и получается, что металл очень быстро может пропилить металлический ролик, а керамический будет служить очень долго, и никаких проблем не будет. Значит, на что еще обращать внимание? У даунриггера есть различные грузила. И вот сейчас я покажу. Вся система. Значит, вот тросик идет, потом идет зажимные втулочки, обжимные, которые зажимают тросик. И обязательно должен быть резиновый отбойник. Резиновый отбойник не позволит нашему вертлюжку залететь в керамический ролик и поломать его, потому что керамический ролик очень боится ударов. И если мы быстро поднимаем, например, груз даунриггера, ударил у нас вот этот вертлюжок большой в ролик, он может поломать. Поэтому, чтобы этого не произошло, обязательно должен быть вот резиновый отбойничек. Потом у нас идет застежка. Застежка мощная. И груз даунриггера. Значит, даунриггерные грузы бывают различных типов. Бывают шаровые, бывают в виде груши грузы. Но самый лучший груз — это груз вот в виде диска. То есть он обтекаемый. Он довольно-таки большой по диаметру сбоку. Имеет крыло. И
в передней части он узкий. И получается, что такой груз очень хорошо режет воду. И если у нас будет просто шаровой груз, то он будет плохо резать воду, будет парусить, и у нас груз будет как бы уходить в воду под углом порядка 45 градусов. Леска, вот металлический тросик будет отходить в воду под углом порядка 45 градусов, если мы дадим, например, скорость лодки порядка 5 км в час. А такой грузик позволяет нам ловить на очень высоких скоростях проводки. И для облавливания больших акваторий, когда мы используем скоростной троллинг, конечно, такой груз очень хорош. На что еще обращать внимание? Груз, он в принципе регулируемый. И зачем нужно регулировать груз даунриггера? Когда мы плывем и ловим на даунриггер, мы обязательно должны видеть даунриггер в нашем эхолоте. То есть у нас эхолот постоянно включен, и мы должны увидеть груз даунриггера прямо на эхолоте. Зачем это нужно? Для того, чтобы мы четко контролировали горизонт проводки. То есть мы идем, видим линию дна, а груз даунриггера у нас на экране эхолота отображается как прямая линия. Почему? Потому что у нас он как бы стоит на месте относительно лодки. Сигналы эхолота постоянно по нему стучит, и у нас получается он как линия, то есть ощущение, как будто это линия второго дна. На самом деле это именно эхолот показывает груз даунриггера. Если мы приподнимем груз, мы сразу увидим на экране эхолота, как у нас эта линия пойдет вверх. Если приопустим, она пойдет вниз. Для того, чтобы хорошо ловить, как мы уже сказали, надо обязательно видеть груз даунриггера на эхолоте. И есть такие маленькие хитрости, что, например, мы видим глубина в футах у нас, например, 20 футов. Мы опустили, например, даунриггер, лебедку на 18 футов, а на экране эхолота мы видим, что у нас даунриггер идет на 16 футах. Почему это происходит? Потому что все равно трос металлический парусит, даунриггер, груз парусит. И получается, он немножко отклоняется и в результате приподнимается над дном. Поэтому экран эхолота обязательно нам нужен. То есть, с одной стороны, мы можем ловить без эхолота, то есть мы знаем, что, например, здесь глубина определенная. Опустили груз даунриггера и можем плавать. Если, например, глубина метров 30 на большом водоеме, мы опустили на 6 метров груз даунриггера и начинаем ловить на этой глубине. Но в любом случае с эхолотом ловля будет совершенно другая. Если мы будем делать отпуск приманки от клипсы даунриггера не очень большой, то мы на экране эхолота можем даже увидеть нашу приманку. И очень часто бывает, что мы видим приманку и видим даже выход рыбы за приманкой. Тоже есть маленькая хитрость, как этого достичь. Дело в том, что для того, чтобы хорошо увидеть груз даунриггера, его можно подрегулировать. То есть бывает, что, например, во время транспортировки вот это ушко отогнется или крыло это отогнется. Поэтому перед тем, как ловить, надо посмотреть, видим мы груз даунриггера на эхолоте или нет. Если не видим, то нам надо подогнуть ушко у груза даунриггера или вот это вот крыло металлическое немножко подогнуть и настроить таким образом, чтобы мы на экране эхолота увидели груз даунриггера нашего. Если мы все равно не видим, если нам это не помогает, что нам нужно делать? Тогда нам надо прямо рукой брать и крутить датчик и как фонариком светить по дну. То есть мы включили эхолот, опустили руку в воду и начинаем крутить датчиком до тех пор, пока мы не увидим груз даунриггера нашего на определенной скорости, на которой мы собираемся ловить. Вот мы его увидели, настроились, и теперь уже можно ловить. У груза даунриггера существует специальная застежка, к нему крепится специальная толстая леска и вот такая вот клипса зажимная. Вот эта клипса, она очень важна, потому что в нее зажимается леска, которая идет к спиннингу. И вот от этой клипсы уже идет леска к приманке. И получается, что когда мы ловим, мы сюда зажимаем леску. Сначала берем приманку, бросаем ее в воду. Например, длину отпуска от клипсы до приманки можно делать от 2 до 15 метров. Отпускаем, потом начинаем опускать груз даунриггера. Открываем скобу катушки. Лучше всего использовать мультипликаторную катушку или катушку безнерционную с байтранером. И потом начинаем отпускать. На мультипликаторной катушке мы выставляем механический тормоз таким образом, чтобы он сдавал леску с легким усилием. И потом мы спокойненько поставили, открыли кнопку, начинаем опускать грузик. У нас опускается груз с зажатой леской, и катушечка вращается. Как только груз остановился, катушка тоже остановилась. Мы защелкнули скобу лесоукладывателя, как бы включили нашу катушку, и уже можно ловить. Потом натянули лесочку, и можно уже ловить. То есть мы уже плывем дальше и смотрим. Как это делается? Сейчас мы покажем. Мы заводим двигатель.
И для начала мы опустим просто груз нашего даунриггера и посмотрим, увидим мы его на эхолоте или нет. Если мы не увидим, то мы подстроим датчик эхолота и до такого положения, при котором у нас луч эхолота будет конкретно видеть груз нашего даунриггера. Рассмотрим схему. Допустим, мы опустили даунриггер и не видим наш даунриггер на экране эхолота. Почему это происходит? Во-первых, шнур даунриггера парусит, металлический тросик, и он отклоняется от вертикали. А, как известно, датчик эхолота, он настроен практически бить перпендикулярно в дно. И, допустим, если у нас датчик эхолота имеет угол порядка 20 градусов конуса, через которое мы видим дно, то совершенно очевидно, что вот в этот конус у нас груз даунриггера не попадает. Есть более широкоугольные эхолоты. Они уже могут краем луча зацепить груз даунриггера, но гораздо удобнее пользоваться узколучевым эхолотом, потому что рельеф дна просматривается лучше. Так вот, наша задача состоит в том, чтобы вот этим узким лучом нашего эхолота увидеть груз даунриггера. Поэтому мы поворачиваем вот этот датчик в разные стороны. Это чисто эмпирическим путем подбирается. И в результате у нас датчик начинает светить как бы немножко в сторону. И уже даже узким лучом мы видим груз даунриггера очень отчетливо. Надо сказать, что эта схема довольно условная. И здесь нарисовано, что у нас груз даунриггера находится непосредственно за лодкой. Но ведь у нас груз даунриггера может находиться и слева от лодки, и справа от лодки. Поэтому датчик нам нужно крутить во всех направлениях. То есть наша задача при помощи конуса датчика ультразвукового найти груз даунриггера и четко увидеть его на экране. Вот сейчас мы опускаем груз даунриггера. Вот у нас груз даунриггера сейчас находится на 15 футах по счетчику даунриггера. А на экране эхолота мы видим еле-еле заметную линию. То есть он краем луча цепляет у нас груз даунриггера. Чтобы мы хорошо увидели груз даунриггера, сейчас мы должны датчик эхолота немножко подстроить. Вот я кручу его. Сейчас должен появиться груз даунриггера. Ну вот он появился. Вот таким образом мы уже подстроили. Сейчас еще немножко. Ну вот уже хорошо видно. Сейчас мы опустим груз даунриггера. И вот эта линия, которая идет сверху, она опустится вниз. Вот. Вот она начинает опускаться. Вот мы видим. И мы можем даунриггер сейчас провести ровненько над самым дном. Вот линия. Если у нас подъем дна пойдет, мы подмотаем даунриггер. Сейчас я специально пойду, чтобы подмотать. Вот. Вот теперь подматываем. Вот сейчас вверх пойдет. Все. Теперь достаем груз даунриггера. То есть сейчас мы уже настроили нашу систему. И вот сейчас очень хорошо видно, как поднимается у нас груз даунриггера. И прямо по эхолоту видно, что он уже вот-вот появится на поверхности. И теперь мы уже можем приступать к ловле. На что еще нужно обращать внимание? Обращать внимание нужно на то, что у нас на мультипликаторной катушке или на безнерционной катушке с байтранером нужно, чтобы была намотана монолеска. Не плетеная леска, а монолеска. Потому что с даунриггером гораздо лучше использовать монолеску. Ну, у нас здесь стоит леска 0,35 мм. В принципе, мы с даунриггером можем использовать любую леску, можем очень тоненькую, вплоть до 0,15 мм, если мы собираемся ловить на мелкие вертушки, например, или маленькие воблеры. Если хотим ловить, например, на более крупные приманки, можем леску 0,25-0,3 использовать. Ну, толще, чем 0,35, смысла нет особенно использовать. Плюс у даунриггера еще в том, что мы можем дорожить сравнительно спиннингами сравнительно малого теста, потому что нагрузка на спиннинг не ложится. И очень важно, чтобы у нас спиннинг имел гибкую вершинку. Потому что, когда мы заряжаем даунриггер, у нас вершинка должна согнуться. А когда у нас происходит поклевка рыбы, и рыба вырывает леску из клипсы, у нас спиннинг в идеале должен разогнуться и полностью выбрать слабину, которая у нас есть. И именно для этих целей очень важно использовать монолеску. Потому что монолеска хорошо растягивается и не дает рыбе возможности сразу сорваться в тот момент, когда у нас происходит поклевка и леска вырывается из клипсы. Сейчас мы покажем, как это делается.
у нас уже стоит крупная колеблющаяся блесна. Очень важно еще обращать внимание на что? Чтобы у нас леска не захлестнулась за тюльпанчик. Потому что если у нас леска захлестнется за тюльпанчик, а мы начнем опускать груз даунриггера, что у нас может произойти? У нас может просто поломаться кочек спиннинга. Поэтому обязательно очень внимательно к этому нужно относиться. В идеале, конечно, для даунриггера используются специальные удилища даунриггерные, которые изготавливаются из стекловолокна, которые имеют мощный комель и очень длинную мягкую вершинку, которая хорошо сгибается под нагрузкой и натягивает леску. Мы колеблющуюся блесну нашу отпустим от груза даунриггера где-то метра на 4-5. Замечено, что рыба не боится груза даунриггера и спокойненько атакует приманку. В некоторых случаях можно даже ставить расстояние 1-1.5 метра от груза даунриггера, и поклевки будут совершенно спокойны. Но это касается щуки. Если мы хотим ловить более осторожную рыбу, например, лосося, то приходится иной раз делать отпуск лески, приманки от даунриггера где-то 15, а то и 20 метров. Ну вот сейчас мы... У нас специальный механический тормоз стоит. Мы отпускаем нашу приманочку, ставим удилище в держатель. Теперь берем клипсу и зажимаем. Очень важно степень силы зажатия клипсы регулировать. То есть мы можем краешком зажать, а можем зажать по всей длине. И проверяем, с каким усилием у нас вырывается леска. Все это зависит от приманки. Если у нас приманка порусящая, то надо зажимать поплотнее. Если у нас приманка, которая малое сопротивление при проводке оказывает, лучше зажимать самым краешком. В идеале нужно зажимать таким образом, что стоит нам увеличить на 2 км в час скорость троллинга. Например, мы троллим на 5, стоит увеличить до 7, чтобы у нас приманка вырывалась уже. Это нужно для того, чтобы мы очень четко среагировали на момент поклевки. Потому что если очень сильно зажать, а рыба клюнет небольшая, то она у нас может даже не вырвать леску из клипсы. Такое бывает. Все, зажали. Теперь разблокируем шпулю. Вот. И спокойненько опускаем наш груз даунриггера на глубину, которую мы видим по эхолоту. У нас эхолот показывает глубину в футах. Мы не зря взяли эхолот американский, без прошивки русскоязычной версии. Потому что у нас даунриггер тоже показывает в футах. И нам очень удобно ловить. То есть у нас и на счетчике даунриггера, и на эхолоте одинаковые показания в футах. Поэтому это очень удобно. Поэтому у нас сейчас глубина 25 футов. Мы можем спокойненько опустить наш даунриггер на глубину, например, 23 фута. Катушка у нас вращается. Вот мы видим на экране появился наш груз даунриггера, который опускается ко дну вместе с приманочкой. И вот где-то на 26 футов мы оставили на 21 фут. И теперь закрываем и натягиваем леску. Натягивать леску нужно аккуратненько, потому что если мы натянем ее слишком резко, то у нас леска может выскочить из клипсы. Вот это называется зарядить даунриггер. У нас приманка идет практически под самой лодкой, но так как глубина здесь приличная, рыба этого не боится. Все. Момент поклевки при ловле на даунриггер выражается, как спиннинг отстреливает вверх. То есть у нас леска высвобождается из клипсы, и у нас спиннинг распрямляется. В этот момент обязательно необходимо сделать подсечку.
хорошая. Чтоб коряги не завела. То мы даунриггером отплывали корягу. Здесь глубина. Из 6-метровой глубины мы поставили специально колебалку и с даунриггером прошли прямо над ямой этой на 6-метровой глубине. Вот, пожалуйста, щука с 6-метровой глубины. На этой реке очень много ловят на воблеры, но, как показывает опыт, колебалка с даунриггером приносит результат не хуже, а зачастую лучше, чем обычные нормальные глубоко заныривающие воблеры. Колебалочка Куасама, одна из лучших. Вообще фирма Куасама славится своими колебалками. Никогда нас не подводили. С даунриггером очень интересно ловить. Отпуск лески у нас небольшой, мы можем разворачиваться практически на месте. Потому что у нас все происходит под лодкой. Вот мы сейчас плавненько развернемся и пойдем по тому же маршруту в обратную сторону. Обязательно необходимо использовать навигатор. И навигатор нам нужен для чего? Во-первых, по навигатору мы маршруты свои, когда мы плывем, наиболее уловистые маршруты мы можем засекать. Например, точка, где у нас произошла поклевка или нашли неровность дна какую-то интересную. По навигатору очень легко засечь. Мы эту точку просто отмечаем и плывем дальше. А навигатор обязательно должен быть включен во время ловли. И когда мы ловим, мы, во-первых, по навигатору контролируем скорость проводки. Потому что бывает такой момент, что, например, колеблющаяся блесна любит минимальную скорость проводки. Например, некоторые модели воблеров любят скорость проводки 5 и более километров в час. Особенно, например, если говорить о воблерах Minnow, то они имеют довольно-таки мягкую игру. И они хорошо начинают колебаться на скорости более 3 км в час. Поэтому обязательно нужно контролировать и замечать скорость, при которой происходит наибольшее количество поклевок. И поэтому, если у нас слишком маленькая скорость, мы чуть увеличили скорость и пошли дальше ловить. Если, например, клюет на 5 км в час, на это тоже надо ориентироваться. А без навигатора это все сделать гораздо сложнее. К тому же на большом водоеме дует ветер, мы идем против ветра одна скорость, по ветру другая скорость. И довольно-таки сложно ловить получается. А с навигатором мы легко можем проконтролировать скорость. Идем против ветра, добавили газ, идем по ветру, скинули газ на минимум. Вот сейчас глубина уменьшилась, мы раз и подмотаем немножко, а теперь здесь подмотаем. Очень интересно, что во время ловли с даунриггером очень сильный звук появляется. То есть, когда мы плывем, такое ощущение, как будто рядом птичка поет. Это натянутый тросик. Он начинает звенеть прямо. И вот создается такое интересное ощущение. На экране показаны символы рыбок. На самом деле это не рыба. Это эхолот не может отличить груз даунриггера от рыбы. То есть сигнал отражается очень сильно, и он это показывает, как будто рыба. Если мы отключим функцию Fish ID, то у нас просто будет линия без всяких символов рыбок. И в принципе даже гораздо удобнее пользоваться именно функции отключенной Fish ID, потому что по дугам гораздо лучше определять рыбу, чем нежели, например, по символам рыбок ориентироваться. Вот сейчас опустим немножко ниже.
Вот сейчас глубина изменилась, мы тоже глубину проводки нашей колебалочки изменили. И чем хорош даунриггер? С даунриггером можно филигранно пройти вдоль самой бровки, потому что у нас приманка непосредственно над нами. Мы идем змейкой вдоль бровки, то глубже, то мельче, то глубже, то мельче. И у нас получается приманочка огибает тоже бровку, вдоль самой бровки. Если мы шли, например, на воблер с дальним отпуском, то вдоль бровки так филигранно пройти бы не получилось. Особенно если бровка, например, извилистая, то мы как бы проходим абы как. А с даунриггером мы можем пройти непосредственно вот как крылатая ракета. Плывет и складки местности огибает. Точно так же мы можем пройти и с даунриггером. Когда мы ловим на колеблющуюся блесну троллингом с даунриггером, у нас получается такая ситуация, что от длины отпуска зависит то, на какой глубине у нас пойдет приманочка. Потому что колеблющуюся блесну во время троллинга выносит наверх. И поэтому, если мы будем делать большой отпуск, например, от клипса даунриггера до приманки, то у нас получится, что приманка пойдет выше груза даунриггера. Это тоже обязательно нужно учитывать. Поэтому с колеблющейся блесной длинный отпуск от клипсы даунриггера делать не стоит. Если мы ловим на воблер, то мы можем вообще очень интересно проловить. То есть мы берем, например, воблер, который заныривает, и ставим его за грузом даунриггера, например, на расстоянии 3 метра. И у нас что получается? У нас груз даунриггера, например, идет на 20 футах, а воблер у нас идет за счет того, что он заныривает. Воблер у нас идет уже на 23 футах, 24. И получается, зачем вот это вот нужно? Это нужно для того, чтобы, если, например, у нас какие-то коряги на дне, груз даунриггера может легко за них зацепиться. И чтобы нам не оторвать груз даунриггера, нам гораздо удобнее ловить таким образом, что у нас приманка идет ниже груза даунриггера. И кроме того, когда у нас приманка идет ниже груза даунриггера, у нас рыба меньше боится груза. В принципе, считается, что рыба не боится груза даунриггера. Но, тем не менее, если у нас приманочка пойдет чуть ниже, чем груз даунриггера, это хорошо. Поэтому вот это тоже обязательно нужно учитывать. Если мы используем, например, заныривающий воблер, он у нас пойдет ниже груза даунриггера. Если вертушку или колебалку, то она выше груза даунриггера пойдет. А если возьмем воблер, например, минноу, то он пройдет практически на уровне даунриггера. И вообще, даунриггер хорош тем, что мы можем очень эффективно ловить именно на воблеры минноу. Потому что воблеры минноу на большую глубину загнать невозможно. А с даунриггером это просто сделать. И минноу показывает очень хорошие результаты, особенно вот по судаку. Потому что судак любит узкотелую рыбу, и у нас минно имеет очень хорошую игру. Заныривающие воблеры имеют агрессивную игру, и зачастую, например, летом во время термоклина они отпугивают судака. А воблеры минно очень хорошо привлекают судака, да и щуку тоже. Вот у нас дно, вот эта линия, это у нас груз даунриггера. А вот эта линия, это мы видим на эхолоте нашу колебалку, которая парусит и поднялась выше груза даунриггера. Что мы сейчас сделаем? Чтобы вот это снивелировать, мы сейчас возьмем
Во-первых, мы можем уменьшить длину отпуска, то есть мы сделали довольно-таки большую длину отпуска, и у нас колебалка получилась выше. Вот сейчас проходим в районе рыбы, может быть, и поклевка будет, но это, скорее всего, какая-то белая рыба, скорее всего, лещ. Что мы сделаем? Мы сейчас можем уменьшить длину отпуска, и у нас тогда вот эта линия опустится ниже. Вот сейчас мы достаем наш груз. Ой, приманка пошла вверх. То есть все заметно, все очень наглядно и интересно. Вот у нас леска в клипсе. Теперь, вот у нас расстояние большое было от колебалки до клипсы. И у нас получается, приманка у нас пошла слишком высоко, это неэффективно. Поэтому мы сейчас или уменьшим длину отпуска от клипсы до колебалки нашей, или поставим другую приманку. Вообще сейчас поставим лучше, например, воблер Minnow. Он, скорее всего, пойдет на уровне груза Downrigger. Перед тем, как ловить на воблер Minnow, любую приманку надо проверить, как она себя ведет на той скорости, на которой мы собираемся ловить. Поэтому вот на этой скорости мы собираемся ловить с даунриггера. Мы сейчас опускаем приманочку и смотрим, идет она ровно или там ее в сторону ведет. Вот приманка хорошо работает, значит, все нормально. Вот сейчас мы на нее и будем ловить. Мы ее закрепляем леску в клипсу даунриггера. Делаем отпуск от метра 3, зажимаем и можем опускать теперь. Вот у нас здесь 28 футов, мы опустим на 24 фута. Вот, все, теперь лесочку. Леска у нас парусила, когда мы опускали, хоть у нас механический тормоз и был включен, но теперь нам необходимо слабину лески выбрать. Все, теперь у нас получилась ситуация. Мы поставили воблер Minnow, и теперь мы видим линию дна, верхняя жирная полоса, это полоса от груза даунриггера, а тоненькая внизу полоса, это наш воблер Minnow. То есть он у нас идет сейчас ниже груза даунриггера. Вот что мы хотели сделать, то мы и сделали. И сейчас мы змейкой пойдем вдоль самой бровки. Вот мы сейчас идем глубину уменьшать. Сейчас у нас линия дна и линия груза даунриггера начнут сходиться. И мы начнем идти змейкой. Во время ловли мы постоянно должны смотреть. Если у нас линия дна и линия груза даунриггера расходятся, если мы собираемся ловить придонной проводкой, то нам, конечно, необходимо или постоянно крутить лебедочку, или действовать таким образом, что у нас лодка все время идет змейкой, то есть идет вдоль самой бровочки. Вот сейчас мы видим, что глубина увеличилась. Мы сейчас опять змейкой поворачиваем назад. Как бы вернемся на ту глубину, где у нас линия дна и линия груза даунриггера будут близко, на расстоянии небольшом. И будем вот так вот ходить. Сейчас мы поплаваем на воблер Minnow, половим. Если результата не будет, поставим резину крупную. Крупную резину загнать на большую глубину можно только джигом, тяжелым джигом. Но тяжелым джигом приходится становиться на якоре, облавливать каждую точку как бы очень тщательно. А троллингом это сделать гораздо проще. То есть найти активную рыбу троллингом гораздо быстрее. Мы можем обловить большую акваторию. И используя всю ту же самую уловистую какую-то силиконовую приманку, или крупный твистер, или крупный виброхвост. Причем можно использовать очень крупный виброхвост длиной порядка где-то там 15-20 сантиметров. На джиге очень неэффективно такие использовать, потому что приходится очень большие грузголовки применять. А с даунриггером мы не ограничены и можем поставить практически любую приманку. Огружать ее можно слегка подгрузить в передней части, можно вообще не огружать. Просто сделать снасточку, например, на крупном виброхвосте из двух тройников, поставить в передней части ближе к хвосту тройник и ловить таким образом.
В принципе, даунриггер предназначен для ловли на больших водоемах. То есть это или очень крупные реки, водохранилища, или большие озера, морская рыбалка. Но надо сказать, что мы попробовали, это был, в общем-то, эксперимент, попробовали применить даунриггер на средней реке, на глубоких ямах средней реки. И была именно мысль использовать там силиконовые приманки, а не воблеры, потому что рыба, которая находится на речных ямах, если на этих водоемах, на этой реке ловят троллингом, то она уже много раз видела воблеры. И, в общем-то, ту рыбу, которую мы могли словить на воблер, мы уже словили. А если, например, в яме-то наверняка есть и другая рыба, которая, например, уже много раз видела воблер и не хочет брать на воблер. Мы попробовали на реке использовать даунриггер, и по той яме, по которой обычно гоняют воблеры, мы запустили с даунриггером крупную силиконовую приманку, крупный твистер. И буквально на втором заходе словили сома. Это был приятный сюрприз. В общем-то, конечно, на реке, на средней реке ловить с даунриггером не очень удобно, но если ловить целенаправленно на ямах, делать облов ям, то почему бы и нет? При ловле с даунриггером очень важно искать скопление мелкой рыбы, потому что на больших водоемах хищник сосредоточен не только в районе, например, всевозможных корях, бровок, но и там, где есть большое количество мелкой рыбы. Там, где мелкая рыба, там и хищник. Поэтому обязательно нужно вот такие места очень тщательно облавливать. И если мы на экране эхолота видим большие стаи всевозможной бели, обязательно их надо проловить буквально змейкой вдоль и поперек. И по периметру этих стай проплыть, и прямо через стаи, и посмотреть, различные приманки попробовать, подобрать. Интересно. Когда мы ловим с даунриггером и плывем вдоль всевозможных ям, бровок, то ловля с даунриггером напоминает чем-то вальс. Потому что лодке буквально приходится танцевать, она крутится постоянно. То с глубины на мель, то с мели на глубину. И получается очень интересно. То есть со стороны это выглядит довольно интересно. То есть народ, бывает, плывешь, подплывают, спрашивают, а что это вы делаете? Почему вы так вот крутитесь? То есть вроде как ловите троллингом, но вроде как это и не троллинг. Что это такое? Начинаешь объяснять, что это даунриггер, что это интересно. Когда люди видят, что система, как она работает, какие возможности дает, то, конечно, у многих рыболовов, которые просто ловили троллингом, сразу появляется желание обзавестись и даунриггером, потому что возможности он дает просто неимоверные. И чем ближе вы живете к крупному водоему,
тем актуальнее использовать даунриггеры. Потому что только даунриггер позволяет облавливать очень тщательно и зачастую вообще даже просто поймать рыбу на большом водоеме без даунриггера бывает подчас и невозможно. Так, глубина меняется. Мы тоже быстренько изменим. И подмотали. В принципе, на больших водоемах можно пользоваться не только даунриггерами, но и вот такими заглубителями. Вот такой заглубитель, это американский заглубитель, это финский заглубитель. С помощью заглубителей тоже можно загонять на довольно-таки приличную глубину и воблеры, и колебалки. Но у заглубителя один недостаток только. Мы не можем четко контролировать глубину. Тот контроль глубины, который дает даунриггер, ни один заглубитель дать не может. Поэтому, как правило, вот такой заглубитель, он сопровождается целой памяткой, как им пользоваться, какой длинный отпуск надо сделать, на какую глубину он пойдет. Его можно завести слева от лодки, справа от лодки, то есть он имеет возможности регулировки. Но в принципе, конечно, если вы имеете даунриггер, вот эти вот штуки не нужны, потому что они только как бы отвлекают от ловли. А с даунриггером вы просто начинаете ловить и совершенно без проблем, без головной боли вы все видите на экране эхолота. Вот сейчас глубина увеличилась. Мы сейчас совершенно спокойненько опустим наш груз даунриггера пониже, к самому дну, и остановим. Все, подмотали лесочку. И у нас четко приманка контролируется. Она идет возле самого дна. Что может быть лучше и интересней? Вот мы сейчас, как крылатая ракета, огибает складки местности. Мы тоже плывем с даунриггером, и у нас приманочка работает у самого дна. Очень интересно ловить с даунриггером на больших водохранилищах, которые образовывались, когда водохранилища делали, вырубали деревья и потом затапливали эти места. И получается, на дне у нас целый лес коряжника может образоваться. Так вот, с даунриггером можно очень легко проловить участок водоема прямо над коряжником. Потому что мы видим коряжник на экране эхолота и видим груз даунриггера и видим даже приманочку нашу, которая идет за даунриггером, если мы длину отпуска не делаем большую. И тем самым мы очень эффективно можем проловить такие места. Всеми другими способами это будет сделать довольно сложно. Можно, конечно, просто троллинговым воблером, дипранером проловить, но столь четкой фиксации, когда глубина меняется, когда мы можем буквально прямо над самым коряжничком пройти и не зацепиться. Это очень интересно и очень эффективно. Очень много рыбы сейчас на дне. Вот это место сейчас мы хорошенько обловим. Зигзагами, змейкой пройдем. Туда-сюда, туда-сюда. По экрану навигатора очень хорошо видно, когда мы идем змейкой. То есть мы свой путь назад будем не строго по этой линии, а метров 20, например, правее, метров 20 левее. И обловим его спиралью туда-сюда.
сейчас на экране можно будет увидеть интересный момент. Это довольно-таки часто случается при ловле с даунриггером. Значит, груз даунриггера у нас шел возле самого дна, и в какой-то момент стрела нашего даунриггера заколебалась. И мы подумали, что у нас груз даунриггера зацепился за какое-то препятствие на дне. В результате мы освободили спиннинг из держателя, стали выматывать леску, и что получилось? У нас оказалось, что крючок колеблющейся блесны забагрил небольшого сомика. И настолько рыба оказалась небольшая, что из клипсы леска не вырвалась. И поэтому как бы вот эта поклевка передалась прямо на стрелу даунриггера. Хотелось бы сказать, что не стоит сразу ждать от применения даунриггера каких-то феноменальных результатов. Это в первую очередь система, позволяющая ловить крупную рыбу на большой глубине. И в общем-то нормой за день считается 2-3 поклевки крупной рыбы. Но как мы уже говорили в фильме, если хорошо осознавать все плюсы и минусы системы даунриггер, то можно успешно ловить не только крупную рыбу, но и более мелкую. И поклевки будут следовать, естественно, гораздо чаще. Причем не только на очень глубоких водоемах, но и на водоемах со средней глубиной, и на речках, и на средних речках. Кроме того, большим плюсом даунриггера является и то, что эта система является как бы системой двойного назначения. Во-первых, с ее помощью можно очень точно подавать приманку при ловле троллингом на определенном горизонте воды. А во-вторых, можно использовать лебедку даунриггера для быстрого поднятия и опускания небольшого якоря при ловле с небольшой лодки. По этой причине мы считаем систему даунриггер востребованной не только у продвинутых троллингистов, но также и у обычных спиннингистов и даже поплавочников.